ребенок пострадал в аварии в Череповце. ДТП произошло накануне в 10:40 утра на улице Труда возле дома 37. По информации ГИБДД Череповца, женщина-водитель на автомобиле ВАЗ 15 модели на перекрестке не пропустила Kia Rio. В результате аварии пострадал маленький пассажир. Мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев. Ребенка перевозили по правилам. С различными травмами его доставили в больницу. Серию краж из торговых центров раскрыли сотрудники ППС Вологде. В дежурную часть обратились представители двух молов областной столицы. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 13 тысяч рублей. Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения. Полицейские составили ориентировку на злоумышленников. Возле одного из торговых центров на окружном шоссе сотрудники ППС заметили молодых людей, схожих по приметам. Двух задержанных доставили в отдел полиции. При них были обнаружены украденные вещи. Товары злоумышленники хотели продать через социальные сети. Возбуждено уголовное дело. В Вологодской области начались соревнования кинологов. Состязания полицейских и их четвероногих напарников проводятся на базе Центра кинологической службы УМВД области. В профессиональном конкурсе участвуют 37 кинологов, 43 служебные собаки из разных районов региона. Оценивать конкурсантов будет жюри. Показывать мастерство кинологи будут по нескольким направлениям. Это поиск наркотических и взрывчатых веществ, защитная служба, обследование местности и другие.